Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 28 января. Наши предки по приметам в этот день судили о будущей погоде. Если куры сидят на насесте, жмутся друг к другу к ясному дню. Коль дрова в печи шипят, дымят, да плохо загораются, значит, пора ждать тепла. А вот ежели утренняя заря короткой выдалась, к снегопаду. А какая же погода ждет нас завтра, 28 января? Сейчас я вам об этом поведаю. Без зонта на улицу выходить не стоит жителям села Миролюбовка Красногвардейского района Республики Крым. Там за окном плюс 5 и дождь. Осадки будут идти до начала февраля с небольшой передышкой. В селе Мироновка Питерского района Саратовской области минус 9. Если на улицу выходить не хочется, то можно остаться дома и приготовить пирог с картофелем. Так делали наши бабушки. В поселке Мирный Надеждинского района Приморского края минус 13. К счастью, синоптики осадков не обещают. Только яркое солнце. Самое время освоить лыжи или покатать ребятню на санках. Благодать. В поселке Мирской Новокубанского района Краснодарского края 0 градусов. Жаль, но солнышко светить сельчанам не будет. Но продлится это недолго. Уже послезавтра яркие лучики опустятся на землю. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.